значит, что началась новая серия «Скибиди туалета»! Ага, я так понимаю, 75-е! И здесь уже нас поджидают какие-то астротуалеты! Ага, они сейчас просто захватят весь мир! Крубик, а ты здесь ничего не заметил? Посмотри внимательно на крышу! Ну, я смотрю, нифига нету! Опа-на! Я походу понял, о чем ты! Да, смотри! Там внизу стоит какой-то чувачок! Я его четко увидел! Борис, а я не понял, ты что намекаешь, что это стоит настоящий дефакт? Бум! Я не знаю, но это реально очень сильно вероятно! Да не, это, наверное, просто какой-нибудь прохожий чувак стоит! Не обращайте на него внимания! Окей, давай обратим внимание на то, как твоего астротуалета сейчас все начнут вырубать! Ага! У него вообще-то есть защита! И просто так ее пробить не получится! Воу, реально! Только что он взял и своим щитом защитил лицо! А раньше вроде бы эта броня работала на всего скибидиста! Ага, наверное, просто энергии не хватило! Опа-на! Это что еще такое? Нифига себе! Он может выпускать какие-то самолеты, которые просто уничтожили наших камеры вертолетов! Да, Кубик, и это только начало! Кстати, а вы видели, что здесь в описании написано «Новые цели и новые друзья»? А что это значит? Пока мы с этим разбираемся, думаю, что можно просто поставить лайк! Не забудьте тоже это обязательно сделать! А еще подписаться на канал! И тогда на этом канале скоро наступит 1 миллион подписчиков! Я уже очень хочу получить золотую кнопку YouTube! Помоги мне, пожалуйста! А мы пока что смотрим дальше! Ого! Здесь что, ваши камераменчики? Да, Сёма, ты все правильно понял! Только они, походу, в настоящей ловушке! Нет, Кубик, что сейчас будет? Борис, я, конечно, не знаю, но я заметил кое-что очень странное в этом фрагменте. Просто посмотри, это что еще за компьютерный стул? Ого, может это отсылка к тому, что скоро все-таки появится раса ваших этих компьютерменов? Возможно, это действительно так и есть. Это очень интересненько. Воу, Кубик, я знаю, что мы за камераменчик. Ты имеешь в виду, ты знаешь камерамена, от лица которого мы прямо сейчас смотрим эту серию? Ну да, смотри, нам показали то, что он сидит на унитазе, и у него есть новая пушка. А еще такая же картинка была в спойлерах для фальбома. Воу, нифига себе, реально, пушка его очень сильно похожа. Только подожди, я что-то прикола не понял. А почему у него желтая рубашка? Ого, раньше таких камераменчиков я не припомню. Вот и у меня тоже поэтому возник такой вопрос. Это что, какой-то новый персонаж? Я думаю, что да. И он точно сможет перевернуть абсолютно весь сюжет этого сериала. Ну да. Наверное, этот чувачок реально будет очень значимый. И здесь целая куча туалетов. Ха-ха, пришла моя подмога. Ну все, вам сейчас будет хана. Сёма, ты, конечно, возможно, немного перепутал. Кстати, вот этот кадр я тоже видел в спойлерах. Да? А что я перепутал? То, что твои обычные скибидисты прямо сейчас будут сражаться с астротуалетами. И за кого ты тогда будешь болеть? Блин, я не знаю. А кто из них нормальный? Да они все жучары, и всех нужно уничтожить. И походу скибидишников уже загасили. Блин, но это было нечестно. Тогда я болею за астротуалетов. Сёма, ты офигел что ли? Вот это вот нифига нечестно. Ты чё переобулся? Ты же раньше был за скибидистов. Это еще кто такой? Ой-ой, походу пришел новый астро. И мы сейчас будем с ним сражаться. И походу сражаться будем с помощью новой пушки. Наш камераманчик уже готов ее использовать. Ой, Кубик, а что там такое красное светится? Чё-то мне это не нравится. Сёма, все нормально. Просто твои астротуалеты прямо сейчас будут уничтожены. Ёк-поперёк, а чё пришел с другой стороны? Блин, Кубик, к такому я не был готов. Он решил нас заскалить. Ага, пока что все так же пытается использовать свои щиты. Они, конечно, ему немного помогают. Он еще и может вырубить наших агентов. Ха-ха, Кубик, а ты как думал? Видел? Какой он мощный! Ну да, такого поворота я точно не ожидал. Он просто взял и на них со всей мощи налетел. Но сейчас-то мы точно сможем с ним разобраться. Да блин, почему он всех наших чуваков выносит? Блин, Кубик, что-то мне это вообще не нравится. Он просто берет нашего камерамена и отрубает ему камеру. Ой-ой, это реально было жестко. И он все время прячется за своим щитом. Да ты достал уже. Ой, походу нас тоже немного подбили. Ха-ха, так тебе и надо. Вообще всех ваших агентов нужно уничтожить, чтобы Альянса больше не существовало. Ага, размечтался. Такого точно не будет. Правда, там есть еще один скибидист. Стоп, мне показалось, или на нем был камераменчик? Нет, Кубик, тебе не показалось. Только я не понял, они что теперь заодно? По всей видимости, да. Камерамен сидит прямо на скибидисте. Он, возможно, как-то завладел его разумом. А мне кажется, что они просто объединились против астротуалетов. Точняк, у нас же в описании было написано «Новые цели и новые друзья». Походу, новые друзья — это скибидисты. Я, конечно, к такому вообще не был готов. Но думаю, то, что все получится успешно. Мы сначала астротуалетов вынесем, а потом и обычных скибидистов. Да вы что, офигели? Вы хотите
загасить всех моих фаворитов. Опа-на, походу одного скибидишника вынесли. Ага, и теперь его даже стало немного жалко. Но ничего страшного, у нас есть еще подмога. Стоп, этого чувака мы где-то уже видели. Это было жестко. Бобби, а ты помнишь, где был такой же кислотный туалет? Борис, он просто был в одной из предыдущих серий, когда взял и залетел на ногу одного из наших титанов. Вы же это помните? А, точняк. Если ты помнишь, какой это была серия, напиши в комментах. Ой-ой, а его походу сейчас немного вырубим. Борис, подожди, его пока что загасить не получается, потому что он пытается сражаться против нас. И у него пока что все успешно, но к нам пришла подмога. Я не понял, это что еще за мутант Вумен? Стоп, в смысле, Сёма, ты как понял, что это девчонка? Ну не знаю, у меня просто было такое предчувствие. Окей, с этим еще обязательно разберемся. Хорошо, что она вовремя сюда подскочила и смогла спасти нашего новенького чувака с желтой рубашкой. Кстати, здесь рубашка у него реально желтая. Но с этим остро чуваком мы должны разобраться, и нам помогает в этом скибидишник. Правда, опять нас вывезли. Борис, не переживай, он смог заложить настоящую бомбу, и его башка просто разорвалась. Ой-ой, походу вы узнали настоящий секрет. Стоп, подожди, это еще что такое? Вау, Кобик, смотри, это что, не человек? По всей видимости, нет. У него какое-то очень странное ухо. Мне вообще кажется, что это ухо от настоящей собаки. А, прям настолько? Ну, конечно, возможно, так и есть, но это реально как-то странно. Ну, не знаю, Кобик, мне кажется, в этом нет ничего странного. Ведь мы уже видели настоящих скибидистов позже. Ого, реально? Да это же вообще одна из самых первых серий скибиди туалета. Вы помните ее номер? Лично я такого кадра вообще не припомню. Блин, Сёма, да с тобой-то и так все понятно. Я вообще-то спрашивал у подписчиков. Ага, если вы помните, напишите в комментах. Потому что это реально как-то очень странно. Ладно, хоть вы вообще не заметили хвост у моего этого астротубзика. Стоп, что? Офигеть, у него реально из-под туалета торчал какой-то настоящий механический хвост. Кубик, ну он же не настоящий, а ухо на голове было настоящее. С этим моментом мы еще, конечно же, обязательно разберемся. Сёма, спасибо, что ты нам про это подсказал. А, блин, наверное, я это сделал зря. Нет, наоборот, мы сразу этого не заметили. Так, а теперь продолжаем смотреть серию. Ага, еще раз посмотрим на это супер странное ухо. И к нам опять подлетела эта девчонка, которая сейчас поможет просто этого чувака добить. И походу успешно получилось. Так ему и надо. Просто взяли, одного загасили, и здесь походу наши чувачки решили отдохнуть. Стоп, подожди, этого камераменчика мы вроде бы уже видели в секретных сценах прошлой серии. О, точняк, я помню, как он сидел на туалете и просто дымил эту штуку. И походу скибидишник на нее прямо сейчас очень внимательно поглядывает. Вы что, офигели? Вообще-то так нельзя делать. Ага, я тоже думаю, что это немножечко запрещено. Стоп, что это сейчас только что было? Ого, Кубик, давай послушаем. Там, походу, кто-то есть. И нам нужно быть потише, чтобы нас не спалили. Окей, давай тогда просто сейчас возьмем и отсюда потихонечку свалим, пока с нами ничего не случилось. Потому что эта ситуация меня сейчас, ну, немножечко напрягает. Ха-ха, Кубик, а это вообще-то еще не все. Смотри внимательно. Вам хана! Ой-ой, Кубик, я не понял, а как это переводится? Борис, он просто сказал, я вижу вас сквозь стены, ёк-покорёк. И после этого вы увидели какого-то гигантского чувака. Ха-ха, ну чё, вы понимаете, что сейчас вы точно никуда не денетесь? Да-да, сейчас мы это обязательно проверим. Так, стоп, он подобрал скибидиста и походу понял, что мы его уничтожили. Да, Кубик, и вы зря его разозлили. Вам сейчас точно будет хана. Ой-ой, предлагаю отсюда как можно скорее сваливать. И нам в этом девушку помогла. Решила просто дверь, конечно же, закрыть. А теперь осталось просто бежать отсюда. Давай. Это, конечно, очень офигенно, как мы летим. И она выглядит реально очень круто. Ну вот видишь, я же тебе говорил, что это настоящая девчонка-скибидист. Ой-ой, вы это слышали? Стоп, я не понял. А что сейчас только что было? Походу, это был какой-то взрыв. И сейчас будет волна. Ой-ой, нам нужно срочно уворачиваться. Но, походу, немного не успели. Все просто разрушилось. Ха-ха, Кубик, поздравляю. Потом будем смотреть следующую серию. Сёма, подожди, какую следующую серию? Еще даже это не закончилось, потому что у нас еще осталось несколько секунд, которые нам точно сейчас что-то покажут. Да, Кубик, все правильно. Нас просто достают из этих завалов. Фух, ладно, мы с нами все в порядке.
Ага, а я уж на секунду подумал, что мы сейчас просто переместимся в другую камеру и будем смотреть от другого лица. Но нет, чувак все-таки проснулся. И этот скибидист, походу, все-таки смог добыть ту самую штуку. Угу, если что, тебе хотел напомнить, что курение вредит здоровью, и так делать не нужно. А нужно просто брать и ставить лайки. Хорошо, что камераменчик его поставил. Он вообще красава. А походу Мутант Вумен такого даже не ожидала. Она даже не знает, как на это вообще реагировать. Хорошо, хотя бы я знаю, что нужно просто брать, тоже ставить лайки. Обязательно подписываться на канал. И конечно же глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось. Погнали смотреть его вместе.